Короче, мне любого сапа, кроме хиловских саппортов. Нам объективно просто саппор с контролем просто нужен. Да, если сейчас, конечно... Если сейчас забанит, если сейчас Виспани забанит. ШД еще тоже не пикается, нахуй. Все остальное без разницы. Короче, не переживай, я перед тем, как взять героя, я тебя переспрошу. Ну, я отошел, короче. А, тогда не переспрошу. Ну, я на минуты две. Тогда переспрошу. Ладно, давайте, кого я поехал банить? Не, ну не на две, на полторы МБ. Тогда переспрошу. Этот. Бруду также, Тинкера ебаного, чтобы не приходилось его потом. Ну, в смысле, против них просто неприятно играть. Нет, мы кого-то... А, антимаг. Тинкера можно не банить. Антимаг, да. Антимаг надо, да. Слышь, они, кстати, что-то в Испании банят. Не банят рандомных неприятных героев. Забей, обычно к третьей игре тебя банят в Испании, мы проигрываем. Сейчас МБ еще дадут. Дадут. Ну да, надежда есть. Не, ну я, кстати, если я не пикну, то ФП это тоже вин же. У меня же есть секретное оружие. Ну да. Медальон of Courage и Winterskewers. Особенно хорошо работает, если во вражеской команде есть мимо. Я здесь. Я чуть двух респов не пикнул. Ты слышал, как я пикнул? Я про кейпери. Что мы делали с двумя респами? Так они друг друга теряются, короче. Бессмертные, прикинь. Ладно, Фиса. Ну, кстати, против Потмы. Вообще берите. Слишком много дают на команду. Ладно, парни, я признаю, был неправ. Вторую игру мы тоже выигрываем. Пока еще. Поезд запустил, пока выигрываем. Да, в смысле, выигрываем. Правильно. Драфт начался. Ну, сейчас 50 на 50. Раз противники зашли, уже типа есть шанс проиграть. Мы уже выиграли, в принципе. Нет. Ты сейчас расслабиться? Не-не-не, кто не расслабляется, все напряжены. Мне хуй говорит, что выиграем. Мы по прошлой строте играем? Да нет. Мы просто другого не знаем. А, понимаю. Ну, если вы, вам не обязательно тех же герочей брать, смотрите сами. Вам как раз наоборот лучше по ситуации взять что-то. Давай только в этот раз мы чужому мидеру добыл. А, блядь, я же в прошлый раз чекал этих всех хуйсосов сейчас. Я бы Кунку забанил, слышишь? Ну, Кунка противный. Да, крест. Бля, ну опять ВД, ну что за херня? Так, там задер на Тинике, походу. Ой, Тиника, давай я вот этого забаню, Кунку. Я хочу просто Кунку убрать, а не возьму, почему-то, мне кажется. Пусть, наверное, банишь ты хочешь. В принципе, Кунка противный, достаточно, чтобы его забанить. И противный, ебаный крест будет душить, ну нахуй. Так, второй, это Ньюакич, Несси играет. Несса они сами забанили. И Тиника, наверное, вырубаю, да? Ты говорил, задр на Тинике. Да, Тинника лучше вырубил. Нахуй, вообще ни разу не хочу. Так, и он говорил на суппорта ему... Че, суппорта так, сейчас, да? Так, суппорта. У нас ластпик, ластпик кора будет. Рион очень много вырубает, выключает героя в целом. Ну, против ВД прошлый очень хорошо был, он и станил, и это. Ну, в смысле, хороший герой просто. Ну, если бы еще отмин не фидил. Да, Риона мне похуй. Так, там челик играет, походу, на каком-то дазле. Ну, вообще... А, ну это вот Мирана, понял? Мирана будет... Атаман, ты хочешь лансера, да? Да, ему лансер. На ластпик только, да? Правильно? Без разницы. Не, давай мы сейчас посмотрим, что они против лансера ничего не имеют, и я тебе на ластпик беру лансера. Не, там, возможно, будет войд. Они предыдущие выиграли на войде. Ну, есть... Смотри, у них предыдущий пик был Тини... Лина, Дазл, Войд, МК. На МК не забанишь? Бля, забаньте нахуй Тини, пожалуйста. Уже. Бля, я бы Войда сейчас как-то вырубил. Я бы еще не на 18-й Войда высрут. Высрут. Слышь? Все, блядь, против Войда тяжело будет. А если за нас будет Войд? Нам что, легче? Кажется, пусть скажет челик, которого на Войде играть. А кто это? Карда? Кор? Это Кор, конечно. 10 seconds remaining. Может тогда харду беру пока? 5 seconds. Войда в харду, в смысле, ты хочешь? Нет. Ну я думал, ну нахуй. Вообще можно было войда в харду, соло. Он бы, наверное, не выставил никак. Там артра какая-то может залететь, сука, на самом деле. Там артру-то мы ебем. Так, ладно, что берем, да? Кого дам сейчас? Кто нивелирует преимущество артры и войда?
в харде, по идее, кто мог бы помочь? По идее, Феникс может, да, кидать спиритов. Я видал, ты на Фениксе вроде играешь, да? Челик с харды. Я сори, я не знаю, как обращаться, буду так говорить, не обижайтесь. Называй Челик с харды. Как, допустим, если я сейчас возьму, у них два героя будет, они могут, да, контрпикнуть тебя. Они могут взять Лайфстиллера. Кого, Мипа, ты сказал? Лайфстиллера? И Джаггера. Они могут взять Джаггера, крутиться. Да, я знаю, кто контр, я играю тоже. Поэтому я говорю, наверное, не стоит. А кого тогда еще? Клок, Кентан и Клок. Тебе опять соло стоит? Пуджа? Пуджа? Заметь, нет героя, который контрит Вайда, в том плане то, что anyway, он нажимает купол, он убивает гарантированно. Ясно. Не, ну Венга вообще и Пудж. Вентавр тоже, конечно. Пудж, кстати, да. Марс, по идее, ну, закрыть можно. Нет, один не постоит. Один не постоит. Да, Марс один не постоит, это точно. Ну, он, кстати, закрывал бы арены как-то в полкупола, мог отградить. Нет, не это хуйня. Скорее всего, арена будет до этого проебанная. Тоже верно. Быстрее героя время выходит. Да Кент вроде прикольный пик, кстати. Так пусть чел с харды сам решает. Чел с харды. Можно взять Омника. Соло будешь стоять на Омнике? Можешь, они инвокера возьмут, будут дувать. Можешь их взять. Можешь их взять. Короче, называй героя, все. Можешь взять Бутрайдера, типа. Назови героя, все. Давай Омника, соло хард. Омник, соло хард. По урону присядем, ему сейчас нужно быть кэрри, который что-то может. По урону? Ты своего героя. Омника сейчас вторая сильная. Стоит. Не, сильная это да, только она не убивает, я слышал. Your turn to ban. Ха, ну лайфстиллер залупа, Вайда уже точно не будет у них. У них будет сейчас мидер какой-то ебаный. Кого мы не хотим в мид? Акашу? Не хотим? А, инвокер! Блять, инвокер забанит, тут 100% без вариантов, все. Инвокер. Он га... Не хотим взять скоро? Он га будет сдувать ветрами. Мы сейчас не, вообще про коры не говорим, мы смотрим, что они пикают, ждем. Мы сейчас смотрим их пик и тогда думаем, у нас будет 50 секунд. Я на сларке против Мираны. Они вот дальше возьмут. Это нереально выиграть. Вангу, либо панда, либо удач сейчас будет. Да похуй нам на УД, на этого. Типа, это герои сильные, но не против добы в миду против них, понимаешь? Че УД будет делать против Зевса Виспа? Я бы взял панду на их место. Нам все еще залетает. Пьяную панду, в смысле, брюмастера? Не, ну штурма. Штормовую панду, да? Ну, кого он вообще убивает, блядь? Да-да-да. И три героя с подсейвом. Я не знаю, что будет штормовая панда делать, да? Против Omni Knight. Ничего. У нас... Сайленсер может заехать от них в целом. Ну, мы его вроде должны... Медовый Сайленсер? Ну, лов. Ну, ладно, будем... ГГВП. Пацаны, смотрите, нам, похоже, нужен кэрри какой-то, который будет ДПС как-то компенсировать. Потому что у нас в команде рели только Зевс пока ДПС. Хочешь? Не стой жесткий против них. Нага, Лансер, вся эта хуйня, пойди заходит. Короче, у тебя сейчас есть вот 30 секунд. Подумай и скажи мне героя. Все молчат. На самом деле Нага и мы слипаем пиздатом. Потому, если все молчат, говорит Кор, кого пикнуть. Все. Мне похуй. Бери Нагу, не парься. Ладно, я тогда Нагу беру, да, пойдет? Да, давай. Мне похуй. Вообще похуй, поебать. Поебать, вообще похуй. Поехали, ладно. Ну, смотри, где Аркана на Рубика? Что за хуйня? Без 25-х. Аркана на Рубика? А тебя Рубика ты видишь где-то? Да. Ой, Рубик, Виспа. У меня есть? Она уебищная. Пиздатый шай, этот нравится? Нет. Мне она не нравится. Я обожаю, я считаю Портал второй. Это самая лучшая игра вообще, в которую я когда-либо играл. И, ну, добавлять, типа, этот кубик этот ебаный в доту, ну, нахуй, короче. Так, с вам в мид там... Ты вообще шаришь, в чем смысл этого кубика, типа? Хуй его знает. Ну, типа, ты должен этот кубик в жертву принести, типа, сжечь. И мне, типа... А, все красиво. Сложно. Ну, там, типа, в этой игре рофлы то, что, типа, кубик — это твой лучший друг. Так, а ты по итогу должен его сжечь. М? Да, в первом портале. Тебе дают такой кубик. Ну, во втором уже нету. Во втором он в конце только появляется. А в первом, типа, тебе говорят, что это типа твой друг, ты должен с ним там много походить, а потом тебе говорят, ты должен его в жертву принести и сжечь. И ты его сжигаешь.
Короче, все грустно там. Я ревел на взрыв. Ну погоди. Бля, как мне нравится пик Омника, это пиздец на самом деле. Ну, кстати, нам не хватало пика Омника вот там вот против ЦК. Так, все-таки я подумал, в смысле, все-таки вот Рели, Омник был лучше Абадона. А, да? Ну, хуй знает, я боялся, ладно, я боялся Шейкера, потому что он меня будет станить, я не смогу снимать щиты на Оракле, на этом, на Омнике. Я боялся станов, ебало. И что, я не нажму кнопки, меня сотрут. А на Абадоне так не работает, Абадона нельзя стереть. Да, понимаю, но, сука, Гай явно лучше работает против ЦК, который всех ваншотит, чем... Ну, я не думал, что сейчас у Га 1200 радиус, на самом деле. Я мог в кустах стоять всегда и дать его по всем. Сори, для меня Га это хуйня, в которую надо вплотную подбегать. А Омника да, сейчас кстати, как бы... это точно. Ну, сейчас Га просто, он как мека на 1000, ну... Так, пацаны, там огромный рейндж. Ебать там рейндж Га, на самом деле. Да, да, я и говорю. Сейчас вот, что на самом деле... Что ты будешь на первое качать? Вот эти две хуйни говно. На Омнике. Омнику через эту хуйню придется шить, он же не выстоит соло. Нет, ну пусть скажет, что он на первом качает, блядь. Просто на если первом? Он качает... На второй качает? Угу, хорошо. Вот. Если он эту хуйню качает, то мы можем пойти пробовать отжать рону, типа, увидеть доктора. Ну а как он ее хочет? Он на кого думаешь повесить? На себя, на меня, на тебя, чё? Какая как разница, кто-нибудь все равно заберет. Ноуп. Nope. Типа, может, чтобы банка по троим летает, там будет как раз тайминг, чтобы забрать эту хуйню. Сколько там отскоков? Типа, можно пойти... Два отскока, блядь. Мы можем просто пойти ебалом поймать банку и забрать еще руну. О, я... Слышь, у меня же звуки появились. Победоносно чисто. You thought to tame the lion? Долгий путь к твоей скорой кончине. Невежда. Oh hell yes. Все спамят у меня когда. Может будем анманерами, я хуй знает. Такой, конечно, лол, здравствуйте. Отжимайте. Почему не работает париматч? Подскажите. Не знаю, я на другом стану. Какие? Где она? Один бет? Не-не-не. Парни, можно без это, без рекламы? Дота 2 бет. Дота 2 бет? Угадай, на какую игру ставлю. На нашу? Там скоро квалы на мажор-минор. Не забирай эту руну, хорошо? Я сейчас... А, не бери, да-да-да, иди на линию, все. Свободен. Свободен. Ебать вы жестко. Подожди. Ну, если бы ты там тебе чуть-чуть на самом деле остался, я бы тебе еще ботом занял. Да. Ну ладно. Да, надо будет тебе ставить на умнике. Бля, пережал немного. Мы опять против мексиканца, лол. Давай сейчас мы повторим просто ошибок. Не, какие ошибки? Так и этот мексиканец, он даже не одет, смотри. Ну раз не одет, значит говна. Да. Ну тот мексиканец, на самом деле, неплохо играл. Для мексиканца. Поначалу. Поначалу, потом бот, ну зачем мне ботов подарил, я доволен его игрой. Парни там. Не знаю. Кстати, можно особо не знает. По нему не редкликай, вид мне пока не ломайте, потом говорим шрикай так. Почему? У нас и так нестандартная линия, поэтому... Вода идет варсайч, смотри. Кольцо есть еще? Ой, не туда, блядь, хотел становить. Дашь пару? Ай, ладно. Да как же слабый похуй на моей добивать, сори. Ладно, сейчас сделаю оверчар. Смотри, выходит еще доп. Надо рунца добить. Ну это хуйня какая-то. Ем. Подмы нету, кстати. А, есть. А, следи за ару, кстати, слышь. Ман нет. Даю ману. Я боюсь, что ВД помешает руну законтролить там. А руна уже сейчас появится. Есть соуринг, ты фармишь теперь все. У нас двое, пожалуйста, начните. Ага. Начните душить лайн, да. Нет, там... Или кто там? Ну он не так пойди должен. Что он делает? У него нету... А, у него третий уровень. У него все по единичке, что ли? А, они меня хотят? Да. Там руна. Иди, я тебе зернусь. Плохо. У меня хп нет, я сюда пришел ради руны. Я умер. Там будет доктор, правда? Сейчас прилечу с полным отлом, ладно. Здесь я лечу.
Ты один тик не переживешь? Блять. Не переживай. Что там? У нас тоже двое, да. Мали дик, чё? Заебал. У нас было двое, теперь никого, осторожно. Осторожно. А, на варт снял. Да, блядь. Да, все, да. Сейчас там варт будет тестать, смотри. Блядь, можешь полутанчить? Я не буду. Хуё, вон руну контролит, бесит. Подслей маны еще батлага одну. И молн выпиши. Его не хочу пока. Наоборот. Надо его пробить, чтобы он, ну, не стоял на руне фулловый, типа, не контестил. Надо перед руной разминать его. Если он вдруг задумал контестить, у него уже пол лица не было. А он уже задумал. Видишь, он уже идет. Я не последнюю. Ты чё? Смена просто не там была. Ходи сразу. Ну, надо запушить линию. Руна в другом месте. Да, запушить? Его убить можно? Да, даю ману. Сейчас тик не дам еще. Ладно. 170, кстати, всего дали за него. Понятно, уже не. Бегу на руну, ладно. Он идет, да, мексиканец? Да, у него. Дал ману, пробуй кон... Уже, блядь, не все, просто, это Андрей. Хорошо, я знаю. Я везу курьера, кстати. Можешь положить себе что-то. У него, кстати, силы Сардара больше нет. Ладно, 30 секунд, сейчас 20, я на шрайм пойду, схожу один. Или ты пойдешь со мной? Нет, я не хотя, наверное, не хотел. Думай быстрее. Что там, НДД? Обратно. Ну, теперь ты со мной идешь. Теперь ты идешь со мной. Возможно, Патма будет отсюда вард кидать в меня. Заодно руну заберу сейчас, баунтор, слышишь? Помник, да, мы нижнюю заберем твою. В эту нижнюю, в верхнюю, в смысле. Блядь. А, ВД идет, ВД идет, ВД идет. Нага, нага, нага. Держишься? Да. Жми. Я файн буду жать на ВД. Вверх не нажали. Да я там перекладывал капли, чтобы не тикнуло на этот мальчик, по-моему. Я курицу вниз тяну. И в этом рели сейчас начнется, потому что это все шестой. Ну, мало зоне. Капли купи, если что там. Бля. О, блядь. Смотри, помник ебёт, там хорош. Вич доктора стянул и убил, вообще красавчик. Крипов, пожалуйста, вообще. Да, можно да, поддушить да. Немного. Давай, давай, души. Потма сзади, потма сзади. СС мидл. Так, стой, я там забай, за... Я мог спиритами, ты бы сказал. Уже поздно. И следующий. Надо... Руну пойду чекать. Это же не иди. Сколько потмы раньше? Даже так, не иди. Это за пиздец. Я льюзнул курицу. Стоим чилим, ладно. Как внизу дела у вас? Да, чилим. Так, на следующий день можно стакнуть, если что. Больше стакнуть, что лучше. У меня шторма нет уже очень давно, если что. Там был... Опять мой центрик сняли, нет? Так, давай сейчас туда пойдем, короче, ты здесь так, а я там. Ты соло, если что. Ой, дайте здесь. У меня зависло все. Пацаны, вы здесь? Ладно, да. Это... Алло. Паузу поставить, алло. Что? Ну, я, кстати, фейзы, фейзы, проебал стакну, стакну сейчас. Селёдка с фейзами, если что. One of the heroes experience. Алло. Да, тебя слышно? Да, что-то на секунду просто прервалось. Так, бывает. Я зашло. Так, где это? Угу.
Так мы проебали? Да, я не смог спиритами рассчитать, сори. Старею. Да они просто с двух сторон побежали, и я еще и рано зацепил. Короче, я слабо ошибся. Шторма нет, осторожно. Ну, он еще в лесу в шестой добьет, облетит нас. В меня, да. А у меня вот так. Так что, возможно, в тебя. У меня капли есть. Да и капли, и у меня, да. Да. Шестым, да. Мне сентри нужен сюда. Угу. Денег нету пока что. Блять, минус я. Кажется, сам дурак. Короче, стой здесь, ты же сейчас ударит, да? Руны появились. Ты не приезжал. Сори, я... Потма. Потма вот, в мид идет. Возможно. Потман, скорее. Потман с хостой. Да, Потман с хостой. Так, сейчас, смотри, здесь отспамливаем по-быстрому. Просто автоатачить игроков. Да релокейт бы добить как-то, я не знаю. Ты... Идем стаки фармить. Ок, давай релокейт добьем. Можем на топе поубивать там. Шторма нету, осторожно, парни, его просто в миду нету. У нас подвижены, кстати, по недолжине. Если бы я забрал. Я не знаю, я все зафармил каким-то волшебным образом, сори. Давай оставлю. Давай стак. Еще здесь? Я снизу. А. Лучше стяни спирит и просто по таймингу. Блять, я уже стянул. По таймингу. Засрал опять стак. Или не, или успею. Давай. Есть. Я стакнул. Идем сейчас с мидом фармим, потом здесь заберем. Убиваешь? Сейчас, возможно, блядь, сможем помочь. Я потму видел, слышишь, на боте лоу битую? Она лоу была. Там и потма, и слардер лоу хпшный. Я не вывел, что нет. Вот. Я слышу. И на шрайн идут, наверное. Есть локей. Может, гуль хуй знает? Пока рано. Ладно, ждем ситуацию, да. Ок, давай переждем еще. Стайки заберем, что там по шрайн? Скоро будет шрайн через 40 секунд. Мы сейчас забираем стайки, уярим шрайн, потом... Во. Ну, я вижу, да, ну пока подождите, типа. Очень пока не кстати. Так, сейчас вот так вот. Короче, Федь, сори, но если там начнется заруба, я везу. Поставь сюда копий. Чё? Давай в спину, короче, Федь, извини, я нажал. Хорошо. Нападайте, все. Иди, я заберу. На, вот тут и вода вот тут. Биты. Шторм. Ну, уходим просто. Нормально. Мы руну собрали у них. И здесь инвиз, смотри. Пойдем за инвизом. Пойдем вернемся просто. Под, шторм, давай, шторм на линии. Могу притизериться. Уходим и поспорим. Берем инвиз и идем дальше. Фермер. Мне надо шестой получить. Срочно прям. Стандартом шестой не прилетел. Ну чё? Миду быстро отпушим, потом еще стать. И чего ты с вардаром? У нас суминайт есть на файт. Не, хорошо, но сейчас-то, блядь, сори, когда ты уже команды, и на тебе висит эта хуйня, это не сильно приятно. Ну, так я как-то не спорю, что мне надо. Книгу заберите вторую кто-нибудь. Я куплю. Так, ну вообще привет. Чуть на дискорд не пытает, кстати. Книгу вожу в кру. Повезешь дис. Друг не был. Блять, вот так крип. Два скорта. Вот. Я приведу маленький еще. 15 секунд релокейт. Мы сейчас шрайн будем бить. Можно было кого-нибудь убить снизу, у меня ульта есть. Подождите, чуть-чуть, нужно дофармить. Все, жми. Релокейт есть. Все, в мид тогда идем, отпушиваем и посмотрим, что будет. Мы не убьем, наверное. Ну побайтесь, можно. Мне диспорт пришел, все. Готов. Мы тебя не перевезли. Я подгораю. Подметка. Мы готовы, если что.
Да, нужно ли? Не, ну просто... Ситуацию не вижу. Руны чекну. Снизу. Кто это? Мексиканец. Арчи делает, кстати, видишь? Капли сбиваем ему. У него одна капля еще. У него еще одна капля будет. Почему так много? А, ты спирт не знаю. Ну, в смысле, я сбил, да, еще у него один заряд есть. Руны нету. Руны нету. Вич-доктор может? Да. Как это он? Ты чекай ситуацию, я пока просто фигню. Инвиз сработал. От мука как-нибудь забраться. 800 хп, ебать. Я уже не уйдет. Так мы могли прилететь, смотри. Может, с омником вместе подеремся? Сейчас шторм подойдет, может, можно сам. Все, дерем сам там. Дагер, 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 дагер. Ебать. Я ульту пожалел, типа, не убили. Я тебя оставил, если что? Я заметил. Я на ТПС чек вернул. О, с лёдки дагер, парни. Он съебался, я ухожу тоже. Блин, была бы у тебя сетка хотя бы в один. Мы бы забрали бы любого из них. Не, на ноги свои. Либо качаешь сетку, либо не. Ну да, либо фармишь, либо не фармишь. Ну, да. Лучше фармить. Я на линию не бал. Да, да, мы спейсим, ты фармишь на ноги, все как обычно. У меня слардар. А, нет. Вот, нихуя себе слардар, да. Привет, слардар. Может мы с Вардара ебнем? Нету больше регенов. Видеть вообще нечем. Понял, понял, понял. Хотя бы не добивает. Не знаю, я просто ручки сами, я вспоминаю как играть. Что, снизу, снизу. Ручки сами кликают на крипусов. Он заберет, да? Блин, мы бы могли забрать ее в соло, но... Не заберет? Может... А, еще и хоста. Еще он может убежать даже. Ароу. Вардар, Вардар вышел к вам навстречу. Уходим, 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 бежим. А выходи. Можно бать мне сдуло быстро. Суки. Не, ну блядь, чё б тебя там сдуло? А чё б меня там сдуло? Правда. Минус сколько там армора? Ну что, у меня вот так уже есть. По идее минус один. Вообще-то. 10 же у него, 10. Ну минус один армора такой себе. Почти 0 армора и 1000 хп. Тебя 4 героя. Ладно, если где-то заинициируете, могу привести зипса. Допустим, снизу. Что-то можно? Попробовать напасть. Ну, они бегут мне спину. Ну, может, поможем. Вич-доктора вижу, летим, все. Релокейт на вич-доктора. Пойдем, пойдем нахуй, поехали нет, сейчас. Давай, давай, так мы сейчас вернемся в мид. МБ успеем. Шторм куда-то улетел, осторожно. Пушим мид под. Осторожно, ребят, все к вам, возможно, спустились. Шторм ТП отсюда коснул. Смотрел вот туда лицом. Вон он сверху. А. Может, на ТП-шке куда-нибудь, у тебя нет? Нету. Иди, меня, давай, я прикрепил. Когда 5 секунд. Не знаю, мне на это не убить там. Иди. Ну, да, типа не убить. Че, расходимся? Будем можем с ним, можем с ним походить, порофлить Леона сюда. Бля, я умер, я умер. Или нет? А плюсы? Мы только что стянулись, но он не знает. Забейте, забейте, саппорт умер, так плохо. Да вообще-то так нет. Так но это не работает. Ничего не мог сделать. Снизу руна. Да, да, ботл, на. Тебе лучше. Там странный ару был у меня. Лучше больше релокейтов просто. Там сейчас релокейтов. Нам сейчас как-то собраться надо просто. Мы дефать будем эту хуйню? Да, пошли, пошли за дефом. Можем себе позволить? Пошли. Только аккуратно там, пустите здесь. Я вот жду вас. Вижу. Там варды, варды, вы по вардам идете. Ульт, ульт, патма, ульт, патма, ульт, патма. Уходим тогда. Да он и под тавер прыгать может, не побояться. Ладно, если что, увезу сразу. Пытаюсь. Есть релокейт, вон вижу. У нас чисто нога рядом. А, без ульты, понял. Фиксирует, ладно, не то. Вот. Там их много. Сейчас мы здесь будем читать. А, здесь надо. И вардов тут, конечно, нет. Го-го-го-го-го!
Блять, не нажал руну. Я взял вар. И чё? Я и чё, побежь, качал не тот талант. Оставь, оставь. Я не смог, прости. Я очень критическую ошибку допустил, вкачал талант не тот. Ладно. ТП-шки есть у тебя? Да. Маны не хватает. С доктором, блядь, нет? Он ошибается, блядь. На, нахуй 45 урона, вот они. Да. Я не знал. Да я, у меня на единичку пить ботл. Я по привычке понимаю, прожал да через контрол один и вкачал талант первый. Блять, нахуй вот это вот, как это выключить? По привычке вкачал ботл. Ладно, наги ставляем фарм. Да. Ты ее похилишь? Не хочешь? Она хочет, она молчит. Ну, я сейчас сказал, подкрыли. Надо тебе как-то громче начать говорить, потому что тебя очень плохо слышно. Я нормально не слышу. Нет, я не слышу его. Вы все в полтора раза громче, чем он. Нет, понимаю, в смысле. Но он очень тихо говорит, да. Вот, зато он, пацаны, не дезморалит. Заебали. При всем желании бежал. Ладно. Блять, с талантом это пиздец. Как бы нам этого всей игры не стоило на. То я крипов внутри как ебашу. Нахуй, 45 урона, блять, это тебе. Нормально. Просто стой, вот сформи эту хуйню, а я вот эту. Блять, да я керри теперь, все. Тупо кайф. Ну, мне очень долго, конечно, это. Ой, да, есть релокейт? Да. Релокейт на омника. Живи, братан. Я жил как... Все хорошо. Кабра-тигр. Кабра-тигр. Да, чисто кабра-тигр. Уходи, он сейчас мы уйдем. Уходи, уходи отсюда. Да я... Кабра-тигр умнинает. Умни-тигр. Кабра-найт. О, блядь. Вот апатмэй, ульт, апатмэй, ульт, апатмэй, парни. Шо? За мной гуля бежит. Нет, слушай, я не, блядь. Дали бы... мы теперь будем, давай... Не знаю, нет, просто на ботл. Дали бы какой-то, не знаю, итем покупаешь за 200 голды, и можно талант перераспределить. Апатмэй. Я же говорил, уже был, уже прошел. Сейчас ебани вот сюда болтом. Сейчас. Да болт, главное, ваша просьба. Это. Ламбор, ламбор. Кстати, у него нет инфеста же, да, по идее? Ускорение. Попробовать. Война будет. Да, есть у него. Инфест, инфест. На хосте, похуй. Я бы на рейдж, я же себе дискорд специально же не делаю. Ага, найс. Я унес сказку. Нет. А, она вернулась. Релокейт есть. Порчит. Готов релокейт? Я там, да, кстати, по-моему, штормоучит есть. Да заебись. Надо еще... Лотос. Лотос. Я на базу. Вешает. Нет, на тебя рут и лотос, да? Или на врага рута и лотос. Я понимаю, то, что гоним все эти игры. Много, да, что-то мы без гонимов ты хибем все эти игры. Ну хуй знает, что сейчас лотос думаешь? А можем на ТП вместе? Да, на ТП можем. Ебать. А! Ну хорошо, что мы остались. Что же там их помнит идет, ебал. Я сказал лучший пик. Куда мы летим? Доджем стану. Я к вам лечу, парни, если что. Сейчас я не мы туда вернемся, так что пошли сейчас. Да? Опа, нахуй, не ожидали? Рокировочка, рокировочка, блять. Два стана, одним релокейтом доджем, да? Я умираю сейчас. Я дал медальку. Тебе дали... Но мне найти, если что, на респа тоже это надо вешать. Я буду хилить больше. Ладно, надо убить гуля, там стоит, блядь, этот капли. Ну, инфест. Блять. А, блядь, ну что, все отсюда ты пошли. Я умника пока похилил. Блять, тизер. Конечно. Вот там нагло, кстати, не задрался. Ладно.
Я почему так бегу сюда? Там здесь не будет, там просто чего-то такого. Пойдем, может, Шрайнера запьем? Мне маны мало, у вас тоже не больше. Умник может идти уже и это. Кормите, а мы пойдем. Да, можешь, кстати, заинициировать что-то, попробовать на умнике, я Зевса привезу. На ботл, слышишь, ведь ботл. Ага. Ну я капюшона хочу два носить. БД и нагу убивает. Я портуюсь к тебе. Я уже тоже. Блять, понял. Спасите нашу. О, слышишь, она что спасет теперь, да? Бери их. Ебать, вот так вот нахуй потеешь всю игру, а потом какому-то Мариуса там говорят, две кнопки жмет. Бать, кто его сюда привез, чтобы он это сделал? Да, на объективный я пиздец не доигрываю что-то в этой игре. С талантом это плевать, я не знаю, как так можно было. Иди сейчас, Федь, смотри, расчехли ботл, подойди куда-нибудь сюда. И забузим ботл. Ну, я забужу. Что, я тебя захилю так? Сюда подойду. В смысле, подойди туда, куда я могу тпшиться. Да, еще раз. Подождите, ну, к Шрайну, я не знаю. ОМГ, блядь. Волшебник. Старый бог. Новый бог. Кстати, тетраграмматон это типа тоже непроизносимое имя бога, там вот это все. Сижу в курсе. Куда они сиделись? Там сомником надо ходить вообще. О, смотри. О, стакер! Ты забрал здесь? Я не успеваю за вами. Уходим. Уходим. Ушел, ушел. Смотри. Там делегация целая, нахуй. По убиванию дерьма из нас. Ну, с нами должен быть умник, честно. Не, нам нага не нужна файте, слышь? Иди фармим. Вот. Просто... Окей, окей. Да не так фармить. Не, он прибежал туда, где были враги. Замечательно. Полетим, Федь? Мне понравилось. Я... Нет. Вообще омника, омника надо, да. Нам надо драться там, здесь у меня найт. Там Леон принимал. Да он умер уже, сори. Ладно, Леон убит. Мне сейчас чуть-чуть догоним, просто не хватает. Давай. Сейчас, типа, супер, не давай, надо, иди, иди, идем в лес. Ждем, пока там ВД, кстати, там ВД вагоним выходит сразу. Да похуй. У нас умнинает, типа мы урона не чувствуем, где разбивает сразу, забей. Ну да, да. Я к тому, что просто долбоёб в этом смысле. Типа не в такой игре ему надо было рашить. Вагоним. Что делаем, блядь? Опять медикрип, мне уже заебался их дефать. По идее, можешь попробовать зарофлить, может кто-то один, нимбус, релокейт. Можешь ульт засейвить, ну, пойти там, с командой. Рано уйдет. Шторм уйдет, эта хуйня уйдет. Ну только на ВД, за ВД бегать. Ну я так и думал, да, когда это говорил. Смотри, смотри. Бегу, бегу вниз. Давай, давай. Да, пошли, пошли. Порог. Ебать. Можно я ухо дам хоть раз, блядь? Не, сори. Ты, ладно, ты... Он какой-то слишком тупой на этом. Я типа успел вот эту хуйню на себя покинуть. Блядь. Я типа кинул на себя хуйню и все. Бля, не так надо. Хорош, хорош, ты молодец. Мы сейчас идем с омником и пушим просто. Блять. Да, давайте, давайте ходить за омником, а нага, ну, нагу это не касается, нага фармит еще. Если, ну, если надо. Если нужно. Да, если ну, можешь идти с нами, то можешь идти с нами. Я сейчас перетизируюсь на омника, давай. Ну давай палец. Федя. Есть га, дай га, пожалуйста, омник. А, не надо, пец. Ладно. Нормально, идем, идем. Я поднял. Хилю, хилю, Федь, жестко хилю. Ярим среди просто. Собью, если что. Мне мана надо. Сзади! Меня пиздит. Секс, 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 секс. Мне больно. Стан. Очень лобит. Ну сука! Блять! Забрал же, забрал. А нимбус.
А, что ты, блядь, каска спил. Ты меня понял. Я просто очень загорелся, сори, мне загорелось от такого мула. Они все на лоу ходят. Давайте не гореть. Надо, во-первых, да не сгорел, в смысле? Раста МТО почти сломало. Класса, какое здание. Это был праведный гнев, понял? Я такой... Надо их ебать. Сори, я не доиграл, да. Надо было подождать и полететь, наверное, да, туда? Или наоборот, я не просто надо? Уже думал, релокейт будет, я нимбус не стал давать. А. А потом как бы... Вы можете релокейтом на самом деле забрать вот эту вот хуйню. Нахуй нам нужна, и нахуй, это залупа, да. Просто сейчас собираемся, мы супер сильные на самом деле. Да не мы сильные, они слабые, мы просто все их преимущества нивелируем. И все. Типа этот не работает ульта, у этого не работает ульта. Шторм летает, не может убить никого. Я пока не хочу драться, не нужно. Это кто сказал, Нага? Или кто? А, блядь, я умер. Раньше бы смотрел. Я что-то сам, я Йолу сейчас сделаю, заебал. У него ману есть-то. А может, смотри. Кошка. Это просто весь прокат. Им, чтобы нас двоих убить, надо колоссальные ресурсы потратить, которых у них, скорее всего, нет. Интересно. Ну, согласен. Ну, если как минимум, им нужен шторм с фулманой. У меня нет батла. Да, ну, какая разница, мне тоже. У меня есть пайп, я что? Я бы проебал тот еще, типа, бутылку потерял. Может, ты сел на нее? Да я посадил сама, походу, на нее. А, штурма посадил? Там это... Там ультами рано, аккуратно. А вот это просто шторм на нас пытался посадить. Слушай, фишечки с бутылкой. Снимать, видел? О, кстати, можно шрайн ломать. О, все, можно шрайн ломать, норм. Нам нужен новый. Блять, я опять... Да ты заебал! Ты заебал, ходи с нами. Заебал он! Не верю. Ой, как 45 урона, как я вкачал их хорошо, посмотри. Просто минус шрайн. Стуц, да. Яру. Блять, почему везде смотри? Они, короче... Не знаю, что мы... Что у нас Леон по КД в таверне ворты не знает? Забит. Заберу на книгу или нет? Наверное, бери, да. Только что ты хочешь, ради чего? Скажи. Бабло, бабло, то ладно, бабло. А, тогда да, тогда бери, бери, бери. Планка, бабло, это важно. Да, Влад, важно. Его бы качать еще не мешало. Ну вот. Там руны появились. Год заберем. Сейчас нет. Мы лобьем. Я в топе. Собираю. Голду, голду дали. Фокусит меня, нужна помощь. Ой, фокусит. Спасибо, помог. Уходим? Или Омик? А, Омик подходит, парни. Беремся. Беремся, конечно. Бля, я к вам хочу, но надо руны собрать. А, опять меня дают много. Одним бус, блядь, подойдите, не план. Ты врагам это говоришь, да? Конечно. Ой, там огонит. Ебать, я тут тупо дух. Там же не будет. Можно на релокете с вентилятором. Видишь? Да. Душить. Ты чё, блядь? Не, вот. Так, вот там, там расписали умника сразу. Меня похиль потом сейчас на умнике сразу. Я тебя закину. Оу, ебать, сразу на фул. Хотя как на фул? Почти. Мне надо было ловить, кстати. 200 кг? Угу. Швейпи бега отъехала, да? Слушай. Горит, ебало. У меня для тебя плохие новости вообще, если что так. Да. Го уйдем отсюда, парни. Мы, конечно, ну, душим их, они ГГ пишут, но... Омник. Омник, он настолько похуй, типа, его не пробивают. Да, да. Очень хорошие пики, я говорю. И сразу... Там, там Кримсон вообще поебать.
Лечение, чистый урон, серьезно? Таких пор. Лол. Не, я знал, что типа сквозь БКБ ты нашел чист. Прикол. А о чем речь сейчас? О том, что хил чистый урон. А, омника? Да. Ты только сейчас это узнал? Да. Это откровение. Чисто, что он чисто не знал. Так, пацаны, да, нам все сложнее будет кушать скоро. Там шторм 22-й, надо бы как-то собраться и пойти. Да, может поверху лучше там? Почва уже. Я бы по миду пошел, а что наверх? Вообще, я бы дождался Наги, который Шрайн добивает, и помог бы ей. Блядь, ебаная курица уже. Вы не хотите мне со Шрайном помочь, ребята? Ну, Бен, ты в основном. Чисто помог, подошел, добил, блядь. Помогай. А? Еще без понятия. Не знаю, у меня вот эта вещь, мне хилит омник, это пиздец. Видите, какие там цифры? Омник, пожалуйста. Никого не убили, не ходим, просто... Пушим! Пушим, под нимбус, пушим, под нимбус. Как ты не ранен, не поможешь? Вы под центре стоите. Ай-яй-яй, ну... Вы с домник не поможете? Я мог бы не помочь, не стал, извини. Мразь. Знаю, мне вообще урон не наносит лоу. Сейчас на полмену полетели, брат. Пушки там заебали. Как там у вас хила? Там палка, кстати. Кримсон 2 секунды. 5-1 я. Да, все правильно. Бросил. Да. Да я, блин, нашел релокейт, когда меня начали бить. Как только релокейт, ну, уже срабатывал, я уже фул хп был. Поживи, сейчас буду. Пожалуйста, живи. Там узда, типа 400 хп барак. Сколько мне сало дам? 14 тысяч раз урн, ну, проиграл, красиво. Все, на как машина хилю. Стой бараки бей. Этот хил для хиломника не бьет. Стой БКБ. На-на. Хорош, вот и палец набил. Ты же хотел кого-нибудь палец? Да. Ковырнул. Сори, Фетч, я тебя так это... Правда. Шли. Да ты бы выжил, Изи. Мне релокейт надо. Быстрее закончить, не реально надо. Ой, всё, всё. Надо сейчас? Ну, закончить еще есть возможность. Ну, надо еще игра, а ты чего будет? Я знаю, блядь, поэтому речи давайте. Бразина. Да? Да, 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 да. Have we seen the actual reality of a monstrous crime? Or merely an illusion, the product of a tortured brain?